Я очень часто хожу по лесу и просто пою. Ну, просто либо на-на-на, либо вот я вам сейчас что-нибудь расскажу. Если я с кем-нибудь разговариваю. Вот я на пса смотрю. Если я гуляю с кем-то, я могу просто петь и разговаривать. Если одна, ну, могу вон с эфиром. Да, эфир? Просто можно ходить и что-нибудь петь. И это чудесно. И это прекрасно. И вам я того же желаю. Попробуйте по лесу прогуляться и что-нибудь попеть или помурчать. Можно просто на-на-на, можно просто можно просто помурчать, просто песенку попеть или что-то сочинить. В любом случае приятно и мне, и лесу, и пространству. Вот такая песенка с утра у меня, и я ее вам дарю.